В Рио-де-Жанейро массовые акции протеста против полицейского насилия. Манифестанты обвиняют стражей порядка в убийстве 10-летнего мальчика. В пятницу во время операции по поимке банды наркоторговцев полицейский выстрелил мальчику в голову. Подробности трагедии весьма противоречивы. По одной из версий, ребенок попал под перекрестный огонь во время перестрелки между бандитами и спецназом. Стрелявший полицейский заявил, что мальчик в компании других подростков сам угрожал правоохранителям. Общество не может не кричать о том, как 10-летнему ребенку стреляют в голову, его мозги разлетаются по комнате, где его мать смотрит телевизор. Нужно покончить с милитаризованной моделью организации правоохранительных органов, а также с такой моделью общественной безопасности, когда одни считаются гражданами, а другие нет. Когда на каждого темнокожего подростка с окраин автоматически смотрят как на преступника. Мы выступаем не против полиции, она тоже является своего рода жертвой такой системы. A polícia, de certa forma, é vítima dessa mesma política de segurança. Стрелявший в мальчика полицейский сейчас отстранен от службы. В его отношении ведется проверка на профпригодность. Убийство ребенка вызвало массовые беспорядки как в Рио, так и в нескольких других крупных городах страны. В ряде случаев полицейским пришлось применять слезоточивый газ.